Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре шина однорядная. Прислала нам эту шину компания DDA. Так вот выглядит торец. Снизу получается для прочности вот такие канавочки. Здесь перегородочки. На излом довольно-таки изделие такое прочное. Не, его таким гибким, хлипким не назовешь. Вот как китайские образцы. Вот российское производство, скорее всего. Тут, конечно, канавка под бленду идет. Размеры где-то 4, 3,8 на 1,8. Ну, такая приятная пластмасса, не белоснежная, но белый, классический белый цвет. Напоминаю, поставщик компания DDA, ссылочка будет в описании. Если будут возникать какие-то вопросы, пишите нам, задавайте эти вопросы им. И всем удачи и пока!